Да. Конечно, если сравнить, скажем, музыку того времени, когда я начинал, да, в 90-х, начале 90-х, и теперешнюю музыку, конечно, различия есть. Различия, там, скажем, ну, во-первых, техника далеко шагнула, да, какие-то музыкальные эффекты. Много очень, скажем так, взято с Запада, подражание, вот, к чему-то. У нас много есть своей хорошей музыки, которую, собственно, сейчас незаслуженно, наверное, многие забывают и пытаются подражать западным звездам. Хотя, если покопаться в нашей, у нас достаточно интереснее, достаточно душевнее, скажем, по словам, по самой музыке. Наверное, дело, там, скажем, в обработке. Все, конечно же, гонятся, хотят идти в ногу, там, скажем, с Европой, с Западом, да, с США. Главное, не забывайте своих корней, в общем-то.